вон у нас сидит белка на дереве, черная. Побежала, побежала. Крупная. Куда она еще убежит? Она сейчас, наверное, на пол упадет. А, прыгнула на пол. Сейчас успею, если. А, вон она убежала. Так, куда? Чудны дела твои, Господи! Еще вчера не было крышки в этом роднике, а сегодня уже крышка с золотыми застежками. А внутри лягушка огромная под сенью этой крышки. Там где-то лягушка спряталась. А, и рыба даже здесь. Кучу рыб. Сегодня 1 ноября. Погода стабильно теплая. 20-25 градусов. Искупался. Замечательная водичка. Погода тем более. Ветер теплый. Необыкновенная осень. Такой осени, сколько здесь живу, никогда не было. Да вообще на Краснодарском крае, судя по всему, такой осени еще не было. А воздух нагревается до запредельной температуры для этого времени. Благодарим за это небеса и набираем серотонин для предстоящих зимних дней. Снег сошел с гор еще пару месяцев назад был, полмесяца назад там снег лежал и по ночам был небольшой заморозок. А сейчас снег сошел, северные склоны, но очевидно и южные, тем более. Немножко странно даже, что происходит с погодой. Еще раз благодарим небеса за эту благодать. Каждое утро просыпаемся и благодарим за благодеяние, радости созерцать прекрасный лик солнца. Какой-то памятник стоит, выбросило на берег, очевидно, водой, даже не знаю, надо посмотреть. Попробуем пробиться. Что это? Куц Василий Моисеевич, 1889 год, 1967 год, Куц. Кто видит это видео, может быть, знает. Куц Василий Моисеевич. Памятник сюда приплыл. Обращайтесь, покажу. Это во времена Советского Союза
крестов не ставили. Вот такие металлические ставили надгробия. 1889, то есть 1890 еще, позапрошлом веке еще. Куц Василий Моисеевич. Так что обращайтесь, кто заинтересуется, кто родственники. Это, скорее всего, сверху приплыл, то есть перевалка Бурной Никитина-Кировской. Фамилия Куц. Куц. Странная фамилия. Куц. Короче, пока не сдали на металлолом, обращайтесь. С другой стороны что-то написано. Я не глянул. Русло реки ушло в сторону Псибая. Здесь хорошо и прекрасно. Солнце светит. А где-то идет война. Ноябрь. Люди отдыхают и купаются. Геноцид невиданной жестокости. История человечества еще не знала такого, поскольку сейчас оружие более совершенное. Привезли и бросили мусор. И так по всей дороге на юг. Андрюковцы. Похоже, у них это на генном уровне. Они любят украшать свои дома, свои жилища такими вот мусорками. И это неискоренимо. В годы Великой Отечественной войны Германии помогали, в частности, Форд, Ротшильд, Рокфеллер, Барух и так далее, и так далее. Или это массовая ответственность американцев за геноцид в Палестине? Странный подход. Сознание народа все равно убийцами и врагами для нас являются германцы. Надо пудрить мозги и провоцировать америкосов против русских россиян. Яркий цирковой беспредел. Русский театр. Москва, Пекин. Тебе нога болит. Че с ногой? О? Реклама циркового представления бесплатная. Бесплатная реклама. Могли бы подкатить бутылку Магарыч. Ну ладно, я не жадный. Так, при рекламе бесплатно прорекламирую. Пять часов, шестой час.
Фабрика еще не расходится. Еще работает, значит, еще... Спасибо за просмотры. Еще, значит, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Значит, пишите комментарии. Значит, всего вам доброго. До свидания. На-н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 а-